вот это конкретно всего? Гражданских вывести нужно с жилого сектора. Ну так надо эвакуировать, сейчас будем эвакуировать. По дороге петлю. Примерно там, где мы жили, да? Да, ну края, смотри. Кэп Мотороли. Ну, это Семеновка, всю засыпает, просто начинает сжигать село. Сейчас будет гореть всю ночь село. Смотри. Смотри, как. Село еще лежит. Смотри, что делать.